Я хочу точить сет. Свой сет. В релик или эпоху чудес. А вдруг появится эта эпоха чудес будет? Целую историю с подношениями делать не буду. Просто открываем умение эмоций. Делаем поклон. Пожалуйста. Дважды поруганный Морфеус. Сделай меня таким же сильным, как и ты. И подари мне эпоху чудес. Твою мать. Вот так вот, позже продолжу, наверное. Прошло секунд 15-20, я зол и хочу точно следующие вещи. А похер, будь что будет. Точим шлемак. Ну пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй, спасибо, блин. Ёперный театр, шлемак в эпоху. От злости. Ай, блин, эпик. Бля, чуть еще раз не нажал точить. Сука, шлемак еще раз, да. Эпоха легенды, бля, у всех пердак нахрен, взрыв. Так, пока, пока. Спустя секунд 40-50. Мы точим мои сапоги. Точим мои сапоги. Я очень надеюсь на ап. Вот так вот все хуево. Ну так и шо. Продолжим пробовать точить. Но уже будем точить елку. Давай сперва без катализатора, что ли, пару раз. Опа-ля! Вот это я удачно зашел. Давай теперь катализатор накинем. И в легенду, я тебя умоляю. Ах ты ж, сука, тупая. А теперь опять в эпик. Ага. А теперь опять в эпик. Оп. А теперь в легенду. Ах ты старая скотина. Опа, легенда. Хе. Одеваем. Фиольные сапожки. Нет, давай один разок. Ладно. Давай так, чтобы много не просираться. И опять то же самое. Морф, ну пожалуйста, ну ёперин, ты что там, мужик, блин, творишь? Вот это другой разговор. Ты только стоил на него акцент произвести. Пока не пнешь, не полетит, ежик. Вот, это молодец. Все, пока, пауза.